Приготовить рождественскую кутью, чем украсить наряд для святочных гуляний, как правильно петь колядки, щедривки, засевальные песни. Обо всем этом ученики Нагодевской школы Равенского района узнают на уроках. Подай дома пятачок, один дай нам гроши, коляды хорошие. Надежда Шурховецкая делится со школьниками не только народными обрядовыми текстами, но и своими детскими впечатлениями от рождественских колядок. Весело, на душе легко. Частушки, шутки, танцы даже по дороге. Да, да. С Новым годом поздравляли, пели. Надо все это возрождать, ведь забыто очень многое. И дети должны знать, как жил наш народ. Как раз святочные праздники, они помогают восстановить вот эти старые традиции, добрые традиции. В ночь перед Рождеством колядки нагодьевских школьников услышат все односельчане.